Всем привет! Я продолжаю свой цикл строительства домов. Вот мы начинаем обжиг потолков и бруса. Почему мы делаем это сейчас, а не потом? Потому что у нас все пойдет утепление, и на классе. Это будет опасно. Ништячок у нас получается. Потом работается. Это выглядит вот так. Думаю, неплохо. Неплохо. Потом это все будет зашлифовываться и покрываться лаком. Всем пока!